Гадот. Две подруги, которые уже несколько лет работают над различными проектами, будь то проекты для журналов, презентаций или сайтов. Маша и Лиля сотрудничали с Романом Рыбалевым, Гульнарой Вышку, работали над презентацией одежды бренда «Сдоб-шиздуб». И это лишь короткий список тех, с кем успели поработать молодые девушки. Проекты все очень разные, поэтому сложно как бы какое-то общее обобщить их настолько. То есть, наверное, то, что всегда объединяющее, это абсолютная наша погруженность в тематику, над которой мы работаем, попытка найти свой какой-то внутренний отклик на эти темы. Социальная тематика нас как-то, в том числе как и политическая, никогда особо не интересовала. То есть, наверное, у нас всегда психологический аспект какой-то. То есть, в принципе, а основная тематика, которую мы постоянно разрабатываем, это какой-то психологический анализ личности. Если раньше девушки могли позволить себе сотрудничество, основанное на энтузиазме, то теперь их профессионализм и желание творить не позволяют такой роскоши. Все проекты, которые нам предлагают. В основном, как бы, мы за них можем браться либо по причине дикого интереса, либо по причине денежного интереса, что, в принципе, прямо противоположные вещи. Всеми любим не будешь, особенно в социальных сетях. Обязательно будет критика. И есть те, кто восхищается тем, что делают девушки, но есть и те, кто не понимает их видение. Задачи для того, чтобы нравилось всем и понималось всеми, это более коммерческие задачи. И когда мы работаем над какими-то коммерческими проектами, мы стараемся их сделать максимально адекватными, максимально понятными и однозначными для максимального количества людей, для считываемости. Когда мы работаем над какими-то своими проектами, мы перед собой такой задачи не ставим. Мало кто знает, что Маша и Лиля работают в театре «Ликурич». Девушки не любят хвалиться. Мы постоянно очень много черпаем из своего театрального образования. И, в принципе, вообще наш подход, он преобразованный, но отталкиваемся мы все равно от того образования, которое мы получили. Ну да, то есть это не театр на каком-то таком уровне, на котором нам удавалось реализоваться, как бы, и при этом нам бы этого было бы вообще достаточно для нашей какой-то творческой потребности. Это стабильная зарплата, соцпакет. Это зарплата, да. Художником можно стать двумя способами. Первый – делать то, что все считают искусством. Второй – заставить всех считать искусством то, что делаешь ты. Мы желаем Маше и Лиле идти вторым путем. Уверены, что все получится.